Всем привет, с вами Бог 10, и сегодня я буду играть в игру под названием Супер Б Эдвин Тел. Ну, короче, сегодня, как я и обещал, я зайду в гигантский дом. Да, я его открыл. Еще, как вы можете заметить, я немножко поменял себе скин. Вот он такой. Мне нравится. Мне, в принципе, нравится. И еще я сегодня, помимо дома, ну, там... Что я сегодня? Я помимо... Вау. Так вот, я помимо дома еще пойду в виртуалку. Я потом покажу, что это. Ну и, как говорится, начинаем. Сейчас я вам докажу. Вот он, гигантский дом. Это, если что, не мод. Это как бы часть игры. Так, да, я знаю. Так, вот, написано гигантский дом. Вот. Так, ну ладно, все. Мы ставим сюда, вперед. Угу. Нас уменьшают. И все. Загрузка. Это мое последнее видео по этой супер игру. Ну и как бы... Нажмите на это видео лайк, пожалуйста. Так, еще я заработал новый прием. Это надо на Б и на А. Ты можешь так хорошо передвигаться. Быстро и далеко. Мне нравится. Так, ну что, я не знаю, что делать. Ой. Я не знаю, что делать, так что я планировал куда-нибудь повыше забраться. Я не знаю, почему. Ой. Ты, блин, что тут делаешь? Неужели у всех на диванах есть, блин, такие зомби? Неужели? Так, тут у нас... Тауи. Так, у нас тут... Ага. У нас тут игра. Ага. О, я люблю играть. Можете это уже понять. Так, ага. Давай, быстрее. Да в смысле? Так, я хочу пройти это. Мне нравится. Так, ага. Пошли, пошли. Так, главное не попасться. Да ё-моё! Они сильные, блин. Сейчас. Надо было вот так вот встать. Вот, в самый низ. И потом, все, давай. Да ёшкин, макарёшкин. Короче, я пошёл этих двух пчел. Сейчас главное не накосячить. Просто не накосячить. Лево, давай. И все. Ой-ой-ой, блин. Я это долго проходил, так что неохота что-то все терять. Так, все, пошли. И направо. Сейчас. Направо. Еее! Я взял какой-то ключ. Блин, это было прикольно на самом деле. О, я тут кого-то освободил. Я освободил Майя. Так, эта штука хорошая, пока не врежется, блин. Так, ну ладно, не до неё. Мне уже понравилось это. Мне бы жизни еще найти. Интересно. Так, а как на стол залезть? А, там есть что-то построение. Угу. Так. Это кто? Это мышь? Давайте с ней поговорим. В мышином городе есть она ржавая крышка от бутылки. Мне повезло, что... Мне, скорее всего, повезло, что я в ней не живу. Это моя единственная семейная реликвия. Мне кажется, в тот момент медведь, типа, повернул немного голову. Мне кажется, я знаю почему. Она передавалась из поколения в моей семье. Если ты принесешь ее сюда, я дам тебе этот ключ. Подожди. Мне что-то надо принести. Но ладно, я хочу сюда. Оу, щит! Знаете, какую еду я больше люблю? Пиццу. Но из пиццы вряд ли возможно дом построить. Но я знаю, что можно построить дом из колбасы. Технически, если можно из сыра, то как бы из колбасы тоже можно.
Блатаны, мне кажется, вам прикольно. Так, ну ладно, я читать не буду, это слишком... Да ёшкин-макрёшкин, это слишком долго занимает. Я знаю, что я хочу. Я хочу на второй этаж. Может, там, кстати, какую-то банку найдем там. Кстати, это интересный факт. Если там мышь говорила, что это типа реликвия его, а он ее потерял. Капец, какой ты это... Капец, как ты... Вау, охраняешь свою реликвию. Так, тут у нас есть самолет, и я его не пропущу. Ни за что. Угу. Вверх, это вниз. Лево, лево, no. Батли, о, я знаю, куда хочу. Я знаю. Давай! Блин, ну ладно. Все, я тут. Я, правда, сюда не хотел. Ой, я открыл холодильник. Блин, прикольный холодильник. Но я все-таки хотел на второй этаж. Мне надо еще успеть в VR поиграть. Так. Угу, давай. Yes! Хорошо пошло, блин. Так, что у нас тут есть? Ой, блин, у нас тут таракан. Ё-моё, я испугался. Так, у нас тут есть жизнь, и это приятно. О, это у нас тут замок. Давайте у него что-нибудь спросим. Мы построили этот замок как дом. Здесь уютно и красочно. Ну, слушайте, у вас пол очень интересный и больный. О, привет. Жить в кирпичном замке все равно, что играть в эту знаменитую игру с кубиками. Ладно. Я не понял просто, какую. Ну ладно. Да блин, случайно. Давай. Наступать на эти кирпичи очень больно. Вот про это я и говорил вообще-то. Что тут у них пол как бы. Так что я пошел отсюда. У нас тут есть кровать, а там тараканы. О, у нас тут есть еще вот такая штука. И паровоз. Не нравится. А я могу его задержать? Типа вот. А, нет. И паровозу, и мне как бы пофиг. Так. Блин, я чувствую себя одним челом из кино. О, а тут можно... Тут можно на перила с помощью этой запрыгнуть. Давай! Yes! Вау, я запрыгнул. Так, что мне делать? Там какая-то нора, но... Я, в принципе, достаточно исследовал. Нет, я понимаю, что мало, но я обещал еще в VR поиграть. Так что я, да, я возвращаюсь, я хочу VR. То есть, как бы, VR можно долго играть. VR это прикольно. Так, это не у тебя VR. Так, у кого там? А, вот, у этого чудика. А, мне 18 медведей нужно. Чудило, ты меня подвёл, блин. Я лох просто, правда. Так, ну что нам делать? В дом я уже не пойду. А, я же, помните, вам не показал Снежную долину. Вот, пусть сейчас я вот даже покажу и побежу там монстра. Вот, я тут спас несколько медведей, вот один из них, как бы. Так, а что там? Это ключ? Там не видно. Короче, я не знаю, что это, но я пойду в Снежную долину, она очень прикольная. Все, мы отправились. Извините, что не смог поиграть в VR, я думал, оно как бы с самого начала разблокировано. Ну ладно. Так, вот, короче, Снежная долина. Ну и перед тем, как побеждать босса, я просто покажу, что в ней есть. Во-первых... Тут есть пчелы, это как бы понятно. Тут нельзя наступать на это. Так, тут есть еще что-то. И тут тоже есть что-то. Ну ладно. Тут врагами являются олени и пингвины. Сейчас вы видите. Да ё-моё! Сейчас вы видите пока что оленей. Ё-моё, офигеть! Но я сейчас вам покажу. Сейчас будет обидно уметь. Правда. Очень обидно. Да ёшкин ты кот. Правда сейчас. Если я умру, я самый тупой блогер на свете.
Да, я самый прикольный блогер на свете. Так, ну ладно. Вот пингвин, от которого я чуть не умер. Угу. Так. Мне нужна жизнь. Пингвин, иди нафиг. Если у меня две жизни, но маск. Так, и тут есть еще такая штука. Мне она почему-то нравится. Так, я иду сюда. Всем оленям привет. Мне надо подняться вон туда. И пока мне это, к сожалению, придется сделать по веревке. А хотя нет, мне не придется это делать. Я лучше пойду босса побеждать. Босс тут является йети. То есть как бы большой йети. Я пошел. Ой, не сюда пошел. А, вот, йети. Тут пчела, мы ее убьем. Блин, как бы прикольно. Я, если что, йети походил. Да, вот йети. Да. Угу. Сейчас так. Потом. Да. Блин. Ненавижу йети. Сейчас. Соберу жизни. На! Так, все, теперь его можно ударить. Блин, он меня в мед пустил. Офигеть. Ой, зря сюда. А, нет, не зря. Да, блин, дай сердце взять. Одно несу. Так. Угу. Что теперь? Так, ну это мы уже проходили. Блин! Что это, скоро там уже погаснешь? О, ну наконец-то. Тогда снежок взять. Ой, какой снежок. Так, ну самое тут прикольное, самое неприкольное, это снежок. Вот, например. Ну его, в принципе, не очень сложно избегать. Блин, да ты уже надоел со своими атаками. Мне, конечно, как бы пофигу, чел. Я стою прям... А неужели я не могу пойти в щель ту, блин? Неужели я такой большой, чтобы... О, вот. Еее! О, вот сейчас. Это фиолетовый медведь. Блин, это очень прикольно. Угу. На самом деле, я этого чела освободил, так что я брать не буду. Чё, я тебя освободил, так что я не знаю, зачем ты тут сидишь. А, кстати, тут есть и хороший пингвин. Привет, пингвин.